фигня, блин. Ты на улице? Еще погода нормальная. Да. Питер. Ну если кутов, нет, по крайней мере ветра нет, потому что вчера или позавчера это было. Ты на открытом играл? Ты не застал? Я играл после этого микрона. Да? Ну, хорошо, что соперник меня сейчас играет. Ну, я смотрю, тут вы там рубились. Вот. Ну, ты смотрел, да? Да, да. Я с ним первый раз играл, но очень... А он вот тут, его раньше нигде не видел. Я не знаю, он играл здесь вообще? Я выиграю. Я как и видел, я играл здесь. Ну, вот здесь сюда. На вашем 13-й турнире раз в год. Идёшь? Ну, я что-то стоял. Ну, у меня какой-то... Человек хотел мне привезти, записан. Записан? Да. Я точно знаю, что может только в Петербурге играл, а это у меня номер есть. Но меня он точно. Тебя он не играл? Нет, я пропомнил. А сейчас у тебя летний сколько сейчас? Вот воскресный турнир. 2600. 2600? Почти так же. 2600. Я резал 2 часа, я играл. Ну я как бы приблизительно так и подумал, потому что когда мы начинали, ты играл, я уже стал смотреть, думаю, и когда вы там сейчас играете. Он он здесь в категории 40 плюс. Да? Да, он играет третий. Ну слушай, ну Игнатьев тоже в нашей группе играет. Не, я не к тому. Насколько он я думал, я рассчитывал, что ну, по крайней мере, сдохнет. Не так, так, так его одолел. Так. Понятно. Только в третьем сете он его один повел и что-то вот чуть-чуть. Ну там 10 гейм. Я вот 30 сет, кажется, смотрел. Вот, там ты 10 гейм подряд. А ну, он 2-1 повел, и проиграл. Да, я знаю, я счет видел уже. А там... Ну, поздравляю, вы там молодцы. А там вот уже чего-то он поддал. Я так надеялся, что мы с тобой будем вчера играть, что ты будешь уставший, выдохся, и у меня будет шанс. Вот твоя водичка. Вот это. Это фром? Да, да, да. Ага. Я считаю,
Я просто путаю всегда, да. Что там? Если ты выбираешь прием или подачу, ага. У меня остается второе, ну, так, я выбираю что. Ты туда выбрал? Да. А, спасибо. Да, давай. Что сказать? Хорошо. Yeah.
Ты микс не одиночка или еще пара? Пара на семью. Записались? Да. Слушай, ну мы с Новиковым, у нас такая пара. Какая? Середнячки. Ну, блядь, ну, а там два мастерства. Я хотел, кстати, записаться, но я никого не нашел. Ну, в следующий раз будешь петь. У меня напарник, там два мастера спорта. Yes.
Не, наоборот, 1-2. Мы же меняемся. А, как сидим? Да, по скамейкам. А по скамейкам, кстати? Желательно. Если вы будете его крутить, то передышки он нормально. Так-то я больше лопну, чем гром. Thank you.
Yeah.
Они целуются, ё. Всё. Вот у нас нормально. Закрутил.
да. Там, как бы видел, там, 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 там
А выигрыш ее разметает? А? Выигрыш ее разметает. А ты-то как 5-2 от него проиграл? А? Так вот. Да, вот в теннис он такой. Я думал, ты выиграешь. Я тоже так думал. Thank you.
Забери его к себе разбинаться, он не дает тебе разбинаться. Я запомню, что у вас есть. Надо сюда стать. Бывает. Thank you.
давай сейчас лёду парочку. Thank you.
обходит два сета без решающего, да? Да. Выиграть решающего. Без решающего очка? Не кричи, но... Без решающего. Регламент решающий. Решающий, а что такое? Регламент решающий. Я не знаю регламент, все больше спрашивают. Регламент решающий. Да. Thank you.
Не, не, не. Хороший мяч. Два мяча. Не по главному. Хороший мяч. Зачем хорошо? Мяч на вот это попал. Нет. Не, играет 30-0, даже не обсуждается. Нельзя давать такие. Нет, мяч попал и все, да. Но это все, это проигрыш очков. Давай, 30-0, давай. Если спорим, надо вот судью позвать, он посмотрит. Да, 30-0. Thank you.
летает, вот ты не знаешь, куда он залетел? Thank you.
Не
так. Логотипа не остается после одной игры. Мало же. А? Ну, видишь как? Ну, он уже сильно. Два часа уже, да? Ну, знаешь, как играть? У меня, конечно, все подходит. После того, что у меня мать себя стоит. Только все, что просто открыть. Зачем? Что вредительное? Зачем банка? Она такая, знаешь, чуть-чуть тяжелая. Ну, понятно, да. А ботинки тянет. Они же не бьют никак.